Теремок ТВ. Школьный автобус готов к отправке. Я школьный автобус Гордон. Моя единственная миссия – охранять детей. Гордон! 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 Нажмите на кнопку, и я примчусь к вам на помощь. С этого момента я всегда буду опекать детей из детского сада «Солнышко». Пип-пип! Школьный автобус Гордон. В школу мы все мчимся, друзья. И опоздать нам в школу нельзя. Но автобус наш тут как тут. Гордоном его зовут. Всем он на помощь придет. Пожар потушит. Если что пропало, вернет. По волнам плывет летчик и пилот, и в любой беде спасет. Па-па-па-па-па-па-па-па. Гордон, Гордон, храбрый наш друг. Он объехал мир весь вокруг. С ним не страшно ничего нам. Гордон наш лучший друг. Да, он наш лучший друг. Гордон, Гордон! Па-бам-пам-пам-пам. Пропавший динозавровый замок. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Пип-пип, доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте, пип-пип! Да! Да! Я хочу сесть у окошка! Я у окошка сяду! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Сегодня в садик привезли много новых игрушек. Там и куклы, и конструктор, и даже пластилин. Ого, мне больше всего нравятся куклы. Да, я хочу поскорее одеть куклу в платьице. Панди, Абу, давайте соберем небоскреб из конструктора. Хорошо. Да. Скукотища. Бобби, а мы с чем будем играть? Давай слепим из пластилина динозавровый замок! Будет круто! Команда Дина круче всех! Ау! Ну что, ребята, вот ваши новые игрушки! Та-дам! Ух ты! Мисс Энди, мы с девочками возьмем себе куклу. Мисс Энди, а мы возьмем себе конструктор. А ты, Бобби? Мисс Энди, мы сделаем самый крутой динозавровый замок из пластилина. Ну ладно, тогда я пойду приготовлю вкусняшки. Вкусняшки! А вы пока играйте. Ну что, детишки, договорились? Да! Ого, как круто! Остался всего один кусочек. Я собираюсь сделать небольшой сад. Динозавру это понравится. Нет, 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 нет. Лучше сделаем футбольное поле. Футбольное поле это глупо. Сад лучше. Сад для неудачников. Сделаем футбольное поле. Нет, сад! Нет поля! Нет сад! Нет поля! Нет сад! Нет поля! Эй, Кайл! А ну-ка верни половину! Ну уж нет! Я первый его взял! Если не вернешь, не буду с тобой играть! Ну и ладно! Буду играть с Дизи и остальными! Ха! А я тогда поиграю с Додо! Что за шум? Это просто птичка. Я просто хотел сделать футбольное поле. Снежок? Додо, я помогу вам строить небоскреб. Дизи, я хочу поиграть с вами в куклы. Ах,
играть в конструктор так скучно. С Кайлом играть было веселее. Вы играйте, а я пойду к Кайлу. Ух ты! Играть с куклой так хлопотно! Кайл! Я скучаю по Бобби и нашим играм! Вы играйте, а я пойду к Бобби! А где замок? Где динозавровый замок? Кайл! Бобби! О, теперь-то я понял! Это ты спрятал динозавровый замок? Нет, не прятал! Наверняка это ты его спрятал! Нет, ты! Нет, ты! Нет, ты! Бобби! Кайл! Почему вы ругаетесь? Мисс Энди! Динозавровый замок пропал! Перестаньте ругаться! Гордон его найдет! Вызываю Гордона! Посмотрим, что там у нас. Гордон, Кайл и Бобби сделали динозавровый замок, но он пропал. И из-за этого они винят друг друга. Можешь нам помочь? Вызов принят. Автобус Гордон разберется с этим. Бип-бип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Для того, чтобы выяснить, куда пропал динозавровый замок, мне нужно превратиться в полицейскую машину. Автобус Гордон трансформируется! Офицер Гордон спешит на помощь! Офицер Гордон на помощь прибыл! Пип-пип! Гордон, наконец-то ты здесь! А что это с Бобби и Кайлом? Поссорились? Давайте начнем разбираться. Бобби, Кайл, куда вы пошли после того, как решили разойтись? Давайте я отвечу первым. Я пошел строить небоскреб вместе с Додо. Это правда. Бобби пришел играть с нами. Правда, он сказал, что с конструктором играть скучно. А я в это время был с Дизи и девочками. Да. Он сказал, что играть с куклой слишком хлопотно. Мы выяснили, что у Бобби есть алиби. И Кайл тоже говорит правду. Следовательно, никто из вас не брал динозавровый замок. Ладно, теперь, когда мы все разъяснили, пожмите друг другу руки и помиритесь. Я отказываюсь! Кайл меня клеветал! Я тоже отказываюсь! Ты должен вернуть динозавровый замок! Ну уж нет! Это ты должен! Если не вернешь, забудь про команду Дина! Да пожалуйста! Гордон, что же нам делать? Бобби, Кайл, вы последний, кто видел динозавровый замок. Не хотите помочь мне его найти? О, я хочу! Мне еще нужно сделать футбольное поле! Нет уж, я сделаю там маленький сад! Ну тогда давайте приступать! Включите умный анализатор! Здесь очень много отпечатков ног. Вижу следы Бобби и Кайла. Да уж, по отпечаткам выяснить не выйдет. Нужно искать другие подсказки. Бобби, Кайл, постарайтесь вспомнить. Вы не видели ничего подозрительного? Только что вспомнил. Когда я уходил, я увидел в кустах пушистое животное. Наверное, это был снежок. А я его не видел. Зато я слышал, как в кустах кто-то чирикал. Снежок так не делает. Думаю, это была птица. Пушистое животное? Кто-то чирикал? А я этого не слышал. Это была не птица, а снежок. Это был не снежок, а птица. Снежок. Птица. Снежок. Птица. Снежок. Вы дали мне хорошие подсказки, но мне еще нужно осмотреть улики. Я посмотрю вон там. А я вон там. Ой.
Я должен найти улики, чтобы Бобби мне поверил. Хм. А? Что это? А? Похоже на шерсть. А? Так Бобби говорил правду. Как Кайл может мне не верить? Хм. А? Это же чирикающие звуки. Похоже, Кайл говорил правду. Гордон! Гордон! Кайл говорил правду. Я слышал там чирикающие звуки. Бобби тоже говорит правду. Там было пушистое животное. Хорошо. Похоже, вы нашли улики друг друга. Умный анализатор. Что? Белка? Белка? Но как белка смогла утащить с собой динозавровый замок? Это могли сделать только две белки. Что? Бейли? Похоже, Бейли завел себе нового друга. Кажется, им тяжело тащить замок. Может, им и тяжело, но посмотрите, они доверяют, поддерживают друг друга и работают сообща. А? Слушай, Кайл, ты прости. Зря я с тобой поругался. Согласен. Ты тоже извини, Бобби. А? Смотрите, похоже, они утащили динозавровый замок, потому что хотели поиграть. Да, кстати, Кайл, можешь взять и сделать свой сад. Нет, нет, Бобби! Можешь сделать футбольное поле! Кайл, Бобби, давай, давай дадим пластилин Бейли! Команда Дина круче всех! Помните, дети, и будьте терпимыми. Друзья должны доверять друг другу. И они должны находить конструктивный способ для решения проблемы. Если вы будете оскорблять своего друга, то можете задеть его чувства. Ладно, на сегодня это все. До скорых встреч! До скорых встреч! Генеральная уборка. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Пип-пип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Пип-пип! Да! Да! Я хочу сесть у окошка! Я у окошка сяду! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Ребята, сегодня в садике генеральная уборка. Да, мы все готовы! Кто из вас за главного сегодня? Я! Кэрри, тебе сегодня нужно будет следить за процессом уборки. Угу, я поняла. Кэрри, у тебя все получится. Угу, конечно, Дизи. У меня есть энциклопедия, с ней точно не пропаду. Поскорее бы увидеть, как вы справитесь. Да! Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, Гордон! Автобус Гордон довез всех в целости и невредимости! Да, мы на месте! Ладно. Ух ты, вот и мы! Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, ребята! Хорошего вам всем дня, ребята! А мне пора принять пенную ванну! Мне пора ехать! Пип-пип! Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! И тебе удачи, Гордон! Детки, во время уборки нужно соблюдать осторожность. Хорошо, мисс Энди! Я пока что приготовлю вам вкусняшки. О, это же отлично! Кэрри, ты сегодня у нас за главную. Будешь здесь всеми командовать. Угу, я справлюсь, мисс Энди! Ну, команда уборщиков, за дело! Ура, ура! Начинай уборку! У меня есть энциклопедия, а значит, проблем не будет. Капитан Кэрри, почему я не могу вытереть со стола воду? Вы
энциклопедии написано, что воду можно вытереть только с помощью сухой тряпочки. И правда, капитан Кэрри, ты круче всех! У меня есть мини-вентилятор, и он сдует весь мусор! Бобби, из-за тебя весь мусор разлетелся! Бобби, когда подметают пол, вентилятор нужно выключать! Но ведь подметать это слишком долго! Смотри, так сказано в энциклопедии! Ну ладно! Абу, в энциклопедии сказано, что прежде чем выбрасывать мусор, его нужно сортировать. Ладно. Си-си, в энциклопедии сказано, что доску моют отдельной тряпкой. Кайл, в энциклопедии сказано, что пыль нужно вытирать осторожно. Как скажешь, капитан Кэрри. Как скажешь, капитан Кэрри. Как скажешь, капитан Кэрри. Как скажешь, капитан Кэрри. Ого, кабинет выглядит таким чистым. Энциклопедия очень помогла. Ну что, продолжим работу? Да! Капитан Кэрри, пятно слишком сильно въелось. Не могу вытереть. Не переживай. В энциклопедии наверняка есть решение. О, я нашла. Тут сказано, что пятна удаляются моющим средством. Но где же нам найти моющее средство? Я знаю! Оно в столовой! Сейчас принесу! Сначала брызните моющим средством, затем потрите щеткой. И, наконец, смойте все водой. Та-да! Все, пятно смылось! Ого, вот это да! В энциклопедии можно найти любую информацию. Энциклопедия – классная штука! Капитан Кэрри, я вижу здесь еще одно пятно. Капитан Кэрри, тут тоже пятна. И тут тоже. И тут. Без проблем, сейчас разберемся. Почему оно не смывается? Может, ты использовал слишком мало средства? Давайте все поможем капитану Кэрри. Да! Моющее средство кончилось. Я принесу еще. Панди, ты в порядке? Ой! Панди, Додо, вы там в порядке? Капитан Кэрри, почему так произошло? Я даже не знаю. Да? И что же нам делать? Ребята, что здесь происходит? Мисс Сэнди, мы пытались удалить пятна с помощью средства, и теперь вся земля стала скользкой. Здесь слишком скользко. Вызываю Гордона. Когда вокруг чистота, даже настроение становится лучше. Посмотрим, что там у нас. Гордон, дети использовали много моющего средства, и теперь на площадке скользко. Я тебя очень прошу, помоги нам. Вызов принят. Автобус Гордон разберется с этим. Бип-бип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Чтобы решить проблему со скользкой площадкой, мне нужно превратиться в пожарную машину. Автобус Гордон трансформируется. Пожарный Гордон спешит на помощь.
Черный Гордон на помощь прибыл! Бип-бип! Гордон, здесь очень скользко, осторожнее! Не волнуйтесь, пожарный Гордон придумает, как вас спасти! Бип-бип! Бобби! Запустить надувной плот! Бип-бип! Едва успел. Будет ужасно, если пена попадет детям в глаза и рот. Я должен немедленно вытащить их оттуда. Ой, нет, меня занесло! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Гордон! Не бойтесь, я в порядке. А? Гордон, тележка! А? О, нет, дети могут быть в опасности. Запустить хвататель! Осторожно! Тележка не может остановиться, потому что пена уменьшает ее трение с поверхностью. Гордон, что же нам делать? Нам нужно увеличить трение. Трение? Кажется, в книге было что-то написано о трении. О, нашла! Гордон, сказано, чем поверхность шероховатее, тем сильнее будет трение. Шероховатее? Ладно. Ой, и как же сделать ее шероховатее? О, точно! Песок сделает поверхность шероховатой. Запустить песок! О, сработало! Вот теперь площадка не будет такой скользкой. Спасибо тебе, Гордон! Да не за что. Без Кэрри я бы до этого не додумался. Бип-бип. А теперь осталось только смыть всю пену с помощью пожарного шланга. А? Мы использовали столько моющего средства. Почему пятна не пропали? Надо проанализировать. Основным компонентом этих пятен является карбонат кальция. А моющее средство растворяет в основном органику. Поэтому оно и не помогло с ними справиться. Но, Гордон, в энциклопедии сказано, что пятна нужно удалять с помощью моющего средства. Кэрри, молодец, что получаешь знания из книг. Это правильно. Но в любом случае их нужно перепроверять на практике. Точно! Настоящие знания приходят из практики. Я поняла. Но как же тогда нам удалить эти пятна? Обожаю твой энтузиазм. Для удаления карбоната кальция поможет уксус. Давайте уберем эти пятна вместе. Да! Эй! Послушайте, ребятки. Знание из книг – хороший ориентир. Но нужно быть проницательнее. Мисс Энди, можете уточнить, о чем вы говорите? В первую очередь, думайте головой, и если сомневаетесь, задайте вопрос старшему. Понятно. Любые знания нужно всегда проверять на практике. Бип-бип. Ладно, на сегодня все. До скорых встреч! До скорых встреч! Чей это кошелек? Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Бип-бип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Бип-бип! Да! Да! Я хочу сесть у окошка! Я у окошка сяду! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Си-си, у тебя такой миленький новый школьный рюкзак? Да, Си-си, мне тоже очень нравится твой рюкзак. Мне его мама подарила. Ух ты! Ого, у Си-си и правда классный рюкзак. Спасибо. Автобус Гордон довез всех в целости и невредимости. Бип-бип. Ну все, ребята, приготовьтесь к выходу. Хорошо, Си-си. Ура, поехали.
Опля! Спокойно, спокойно, не бегите. Хорошего вам всем дня, ребята! А мне пора принять пенную ванну. Мне пора ехать. Бип-бип! Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! И тебе удачи, Гордон! Тринадцать! Двенадцать! Иначе чудовище нас всех поймает! Десять! Идемте туда! Там он нас не найдет! Девять! Подождите! Восемь! Что мне делать? Шесть! Могу спрятаться вон там! Туда и пойду! Четыре! Три! Два! Один! Я иду искать! Что-то лежит. О, чей же это кошелек? Может, хозяин где-то неподалеку? Нужно найти его и вернуть. Прошу прощения, это случайно не твой кошелек? А? Нет. Не твой, значит? Тогда чей же он? Сходи туда. Я видела, как мальчик там что-то искал. Может, это его кошелек? А, хорошо, спрошу. Спасибо. А? О. О. А? Ты случайно не кошелек ищешь? Да, а ты откуда знаешь? А как он выглядит? На нем случайно не нарисован поросячий пятачок? Пятачок? А! Назад! Не подпускай ее ко мне! Наконец-то нашелся. Извини, это мой песик. Зовут кошелек. Так вот, значит, какой кошелек ты искал? Девочка, у тебя в руках мой кошелек. Это правда мой кошелек. Можешь открыть его и проверить. Там внутри коллекционная монета Джиджи Бонд. Давай, я помогу. Нет, не выхватывайте у меня кошелек! Но не убегай. Подожди, девочка. Он пытался отнять у меня кошелек. Нужно скорее найти мисс Сэнди. Постой, девочка, выслушай меня. Мисс Энди! Мисс... Девочка, ты в порядке? Мисс Энди! Сиси, ты в порядке? Все хорошо. Извините, не скажете, что произошло? Девочка нашла мой кошелек, но думала, что я хочу его отнять. Она побежала от меня, но упала и уронила мой кошелек в озеро. Ох, этот кошелек мне подарил мой сынишка. Видишь, девочка, я тебе не соврал. Извините, дядя, я просто испугалась. Я не хотела уронить ваш кошелек. Ничего, не надо плакать. Си-си, ты ведь случайно уронила кошелек, хотя на самом деле хотела его защитить. Так что не надо плакать. Давай найдем решение вместе, хорошо? Извините, но кошелек ведь... упал на самое дно! Что мы можем поделать? Гордон! Нам нужно позвать Гордона! Точно! Гордон найдет решение! Вызываем Гордона! Посмотрим, что там у нас! Гордон, в озеро упал ценный для человека кошелек! Нам нужна твоя помощь! Вызов принят! Автобус Гордона разберется с этим! Пип-пип! Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Для того, чтобы выловить кошелек из озера, я превращусь в спасательный катер. Автобус Гордон трансформируется. Капитан Гордон плывет на помощь!
Гордон на помощь прибыл! Бип-бип! Гордон, я случайно уронила кошелек дяди в озеро! Не беда! Сиси, покажи, куда ты его уронила! Куда-то туда! А как этот кошелек выглядит? Он красный, и на нем нарисован поросенок! Понял! Капитан Гордон, трансформация! Ого! Как же много мусора на дне этого озера! Я не вижу кошелька. Умный анализатор. Нашел! О нет! Моя кислородная маска! Нужно скорее плыть на поверхность! Гордон, ты в порядке? Конечно! Ура! Ура! О нет! Коллекционная монета Джиджи Бонд пропала! Не понимаю, а почему он пустой? Гордон, похоже, монета выпала из кошелька. Можешь, пожалуйста, поискать на дне, ладно? Без проблем! Сейчас поищу. Одну минуту. Как же много мусора в озере! Будет трудно найти монетку. Активировать металлодетектор. Ой, металлического мусора в озере тоже полным-полно. Нашел! Коллекционная монета Джиджи Бонд. Монетка упала в расщелину между камнями. Не могу ее достать. Нужно придумать какой-то другой способ. Есть идея. Я использую магнит, чтобы притянуть с помощью него монету и металлические отходы. Отлично. А теперь соберу мусор. Миссия выполнена! Вот монета, которую вы искали! Какая красивая монета! Сиси, ты нашла кошелек этого дяди и изо всех сил старалась вернуть свою находку ее законному владельцу. Ты должна лично вернуть ему монету. Ладно! Чистая. Дядя, простите меня. Возьмите свою монетку. Спасибо тебе, Сиси. Я очень дорожу кошельком, потому что редко вижусь с сыном из-за работы. Я очень рад, что кошелек в итоге нашелся. Будьте осторожнее, дядя. Больше не теряйте. Для меня главное, чтобы вы все были счастливы. Эй! Скажите мне, детки, если вы вдруг нашли чужую вещь, вы знаете, как будет правильно с ней поступить? Мисс Сэнди, скажите, как лучше поступить в такой ситуации? Если вы нашли потерянный предмет, можете отнести его взрослому и вместе пойти искать владельца. Не действуйте в одиночку, иначе можете попасть в беду. Ну что, детишки, все запомнили? Я запомнил. Нужно всегда оставаться честным. На сегодня это все. До скорых встреч! До скорых встреч! Дом Дотти.
Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Пип-пип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте! Пип-пип! Да! Да! Я хочу сесть у окошка! Я у окошка сяду! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Кэрри, сегодня твоя очередь ухаживать за Дотти. Я уже подготовилась. Смотрите! Ого, как здорово! Ого, выглядит очень аппетитно! Кэрри, можно мне немножечко? Конечно же нет, Панди! Я приготовила этот корм специально для Дотти. Панди, какой же ты обжора! Ты хорошо подготовилась, Кэрри. Уверен, Дотти все понравится. Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, Гордон! Автобус Гордон довез всех в целости и невредимости! Да, мы на месте! Ух ты, вот и мы! Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, ребята! Хорошего вам всем дня, ребята! А мне пора принять пенную ванну. Мне пора ехать. Пип-пип. Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! И тебе удачи, Гордон! Дотти! А я тебе сегодня принесла морковку. Дотти, ты почему не ешь? Дотти, может, ты хочешь поиграть? Я читала об этом. Маленькие животные должны жить в дикой природе. Наверное, Дотти завидует Бейли. Да, Дотти, ты не должен сидеть в клетке. Давай вместе найдем тебе дом. Только вот, откуда нам начать? О, та гора позади. Думаю, там мы найдем тебе новый дом. Ребята, вы не видели Кэрри? Она пошла в живой уголок покормить Дотти. Идемте к Кэрри и заодно посмотрим на Дотти. Давайте! Дотти, смотри, это место тебе подходит. Не переживай. Если будешь жить здесь, то сможешь играть с Бейли и другими маленькими животными. Покушай. Теперь это место будет твоим домом. Прощай, Дотти. Я буду тебя часто навещать. Где же Кэрри? О, мисс Сэнди, Дотти пропала! Вот беда! Может быть, она как-то сбежала? Нет, у Дотти слишком маленькие коготки, чтобы открыть клетку. О, смотрите, корм, который принесла Кэрри, все так же лежит здесь. А где же тогда сама Кэрри? И куда подевалась Дотти? Где Дотти? Же ты? Где же ты? Спокойно, детки, вызовем Гордона. Да, пусть Гордон нам поможет. Вызываем Гордона! Вот эта морковка для Панди. А эту я отдам Дотти. Ага, пос-
посмотрим, что там у нас. Гордон, мы никак не можем найти Кэрри и Дотти. Ты сможешь помочь нам? Вызов принят. Автобус Гордон разберется с этим. Пип-пип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Чтобы найти Кэрри и Дотти, мне нужно превратиться в полицейскую машину. Автобус Гордон трансформируется. Офицер Гордон спешит на помощь! Это же офицер Гордон! Офицер Гордон на помощь прибыл! Пип-пип! Гордон, помоги нам найти Кэрри! Спокойно, ребята. Я разберусь. Найду Кэрри в мгновение ока. Активировать умный анализатор. Это все ваши отпечатки, ребята. А? Похоже, я нашел отпечатки Кэрри. О! Отпечатки ведут к горе. Давайте проверим. Это Кэрри! Мисс Сэнди! Гордон! Кэрри, мы так за тебя переживали! Дизи, я в порядке! А? А где Дотти? Дотти выглядела такой расстроенной, поэтому я решила выпустить ее в лес. Кэрри, Дотти не может жить в лесу! Почему? Дотти домашний кролик. Они не умеют выживать в дикой природе и не могут постоять за себя. Что? Так значит, Дотти в опасности? Возможно. Именно поэтому мы должны скорее ее найти. Гордон, я отведу тебя к месту, где оставила Дотти. Хорошо, Кэрри. Мисс Энди, эта гора такая большая, здесь очень легко потеряться. Оставайтесь здесь. Угу, Гордон, тогда отпущу Кэрри с тобой. Угу. Гордон! Дотти внутри, вон того дупла! Дотти! Дотти! Кэрри, я слышу оттуда странные звуки. Ворона! Морковка! Это морковка Дотти! Ворона, немедленно верни морковку! Кэрри, осторожно! Почему эта ворона такая злая? Да! Похоже, на этих деревьях вороны вьют свои гнезда. Наверное, ворона подумала, что мы вторглись на ее территорию. Кэрри, давай медленно отойдем назад. Гордон, а ворона случайно не могла забрать Дотти? Это возможно. Сейчас я посмотрю. Включите анализатор. Извини, Кэрри, но я не вижу кролика в вороньих гнездах. Куда же тогда она подевалась? Точно! Кролики очень любят рыть землю. Анализатор, просканируй неровность почвы. Я их нашел! Здесь живут дикие кролики. Наверное, Дотти залезла в одну из этих нор. Но здесь ведь столько норок. Как мы сможем ее отыскать? У меня есть способ поискать Дотти. И какой же? Смотри, автобус Гордон трансформация. А теперь активирую супершланг. Посмотри, Дотти здесь? Где же мы теперь отыщем Дотти?
Дотти, я просто хотела найти тебе дом. Прости меня. Дом? Кэрри, кажется, я знаю, где находится Дотти. Что? Кэрри, смотри! Дотти! Дотти, ты что здесь делаешь? Все просто. Она считает это место своим домом. Дотти! Наш садик – это дом для Дотти. Да, и мы будем хорошо о нем заботиться. Угу. Ведь мы самые близкие члены ее семьи. Эй! Запомните одну вещь. Домашним кроликам не место в дикой природе. Все потому, что они утратили способность выживать в ней. Поэтому опасно оставлять их там наедине. Домашние кролики будут жить счастливо, только если мы будем о них заботиться. Домашние кролики считают хозяев членами своей семьи. Ладно, на сегодня это все. До скорых встреч, ребята! До скорых встреч! Странный запах. Давайте посмотрим, чем Гордон и его маленькие друзья занимаются сегодня. Пип-пип! Доброе утро, ребята! Доброе утро, Гордон! Запрыгивайте, пип-пип! Да! Да! Я хочу сесть у окошка! Я у окошка сяду! Ну что, все пристегнулись? Да, поехали! Автобус Гордон довезет вас в целости и невредимости! Абу, что это ты в последнее время такой веселый? Потому что я каждый день ем пирожные. Пирожные – это моя любимая еда. Да, на этой неделе в столовой каждый день пирожные. С нежным кремом и свежей клубникой. Да! Ого, тетя Сьюзен хорошо готовит. И фрукты нам дают всегда вкусные. А вот мне фрукты есть не нравятся. Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, Гордон! Автобус Гордон довез всех в целости и невредимости! Да, мы на месте! Ух ты, воды мы! Доброе утро, мисс Сэнди! Доброе утро, ребята! Хорошего вам всем дня, ребята! А мне пора принять пенную ванну! Мне пора ехать! Пип-пип! Большое спасибо, Гордон! Пока-пока, ребята! И тебе удачи, Гордон! Чую кукурузку, морковку и яички. А я чую вкусные фруктики. Абу, а ты какие запахи сейчас чувствуешь? О, пахнет пирожными. Ох, поскорее бы уже начать есть. Ну что, детки, я принесла вам сегодняшний суперобед. Ух ты! В этих продуктах куча полезных питательных веществ. Вы должны съесть все до последнего. Хорошо! Как же вкусно! Абу, ты почему не ешь фрукты? Абу? А? Тебе что, не нравятся сегодняшние фрукты? У меня нет аппетита. А? Нет аппетита? Наверное, Абу заболел. У меня тоже нет аппетита, когда я болею. Мне правда не очень хорошо. Я разве что пирожные смогу съесть. Нельзя есть только одно пирожное. Ты должен есть фрукты, чтобы у тебя был сбалансированный рацион. Но... Ладно. Ура! Я первый доел все фрукты! Я тоже доел! И я тоже! Мы тоже доели! Абу, ешь скорее! А? Скоро вернется мисс Сэнди, а ты ничего не доел. Ладно, сейчас доем.
Ну что, ребята, вы закончили? Да, сестры, мы уже закончили кушать! Абу, а ты? Я тоже закончил кушать. Вы сегодня так быстро управились с обедом. Так держать, ребята. А вот пирожные. Ура! Пирожные! Как вкусно! Хочу еще одно! Абу, нельзя есть слишком много пирожных за обедом, иначе у тебя разболится живот. Ну ладно. Дупло заполнено. Где же сегодня их спрятать? Абу, ну где же ты? Сейчас бегу, мисс Энди. Что же сегодня будет вкусненького? Как воняет! Может, кто-то опрокинул мусорное ведро? Что происходит? Откуда это вонь? Абу, что такое? Мой живот! Как же болит! Абу, потерпи немного. Я сейчас вызову Гордона. Вызываю Гордона. Посмотрим, что там у нас. Гордон, в детском саду странный запах. И у Абу разболелся живот. Пожалуйста, выручи нас. Вызов принят. Автобус Гордон разберется с этим. Бип-бип. Устройство нанотрансформации активировано. Автобус Гордон трансформируется. Чтобы вылечить боль в животе, мне нужно превратиться в машину скорой помощи. Автобус Гордон трансформируется. Доктор Гордон спешит на помощь. Пип-пип. Доктор Гордон прибыл на помощь! Пип-пип! Гордон, мы внезапно почувствовали странный запах, и у Абу разболелся живот. Запах, значит? И вы говорите, что у Абу заболел животик? Придумал! Освежитель воздуха должен помочь! Абу, теперь тебе легче? Тревога, тревога! Странный запах! Странный запах. Запах никуда не делся. Он может выделять ядовитые газы. Они опасны для дыхательных органов. И что же нам делать? Не переживайте. Защитные маски. Вы должны надеть маску. Она поможет отфильтровать опасные вещества в воздухе. А теперь я использую очиститель воздуха. Запах пропал! А? Почему снова завоняло? Нужно уничтожить источник неприятного запаха. Мисс Энди, тетя Сьюзен, позаботьтесь о детях, а проблему неприятного запаха оставьте мне. Запах становится сильнее. Похоже, источник где-то неподалеку. Ой, это же Бейли! Бейли, ты хочешь сказать, что источник неподалеку? Но здесь вроде все чисто. Давай-ка я просканирую местность. Что это за шум? О, это же кролики! Запустить трос! Уходите отсюда скорее! Это же мама-птица! Она теряет сознание! Осторожно!
Дерево слишком высокое, трос не достанет. Есть идея. Выстрелю туда освежителем воздуха. Приготовиться к выстрелу. Огонь! Мама птица, улетай скорее! Я найду источник этого запаха. Искать концентрацию источника загрязнения. Нашел! Неприятно пахли испорченные продукты. Детектор отходов анализирует токсины. Результаты анализа. Токсинов не обнаружено. Но почему? Тогда у Абу болит животик. Похоже, причина не в запахе. Контейнер. Гордон вернулся! Гордон, что это ты везешь? Вот что было источником неприятного запаха. Как воняет! А разве это не те фрукты, которые я давала на обед несколько дней? Но их же все доедали. Точно! Запах испорченных фруктов не выделяет токсинов и не вызывает боли. А значит, живот у Абу болит не из-за этих фруктов. А? В чем же тогда причина? Давайте я сейчас проведу осмотр Абу. В теле Абу слишком много сахара и слишком мало витаминов. Такой дисбаланс вызван поеданием чрезмерного количества сладостей. Как это возможно? Я готовлю детям сбалансированный рацион питания. Абу, не хочешь сказать, что происходит? Мне хотелось есть побольше пирожных, но не хотелось есть обычные фрукты. Вот я и выбрасывал их в дупло. Простите меня, тетя Сьюзен. Абу, для крепкого здоровья нужно сбалансированно питаться. Да, Абу, не пренебрегай едой. Ага, теперь я понял. Я больше так не поступлю. Обещаю, с этого дня я буду есть все фрукты. Хорошо, я тебе верю. Абу, у тебя все получится! Эй! Запомните, частое переедание приведет к несбалансированному питанию. Это вредно. Вы должны каждый день придерживаться сбалансированного рациона, чтобы ваш организм оставался здоровым и сильным. Нам нужно правильно питаться и не переедать. Бип-бип! Ладно, на сегодня все. До скорых встреч, ребята! До скорых встреч! Переведено и озвучено студией The Kitchen Russia по заказу CLS Media в 2022 году. Как же вместе здорово мчаться прямо на урок. А автобус Гордон поспешит, без него не прозвенит звонок. Па-па-пам-па-пам-пам. Все поможет! Только он, па-па-пам-па-пам-пам. Еще сможет! Только он, Гордон, наш герой. Гордон, 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 Гордон к нам спешит. Защитит, поддержит или рассмешит. С Гордоном нас много приключений ждет. Мы к ним летим вперед. Па-па-пам! Гордон!